С 6 по 12 августа во Владимирской области проходил чемпионат Европы по мотоболу. Всю прошлую неделю мы рассказывали вам об успехах сборной России, которая победно закончила отборочный этап, выиграла полуфинал у команды Германии и дошла до финала. Соперником россиян стала французская сборная. Сильная команда, но в групповых играх российские мотоболисты обыграли ее со счетом 2-0. Поэтому накануне ответственной встречи россияне хоть и волновались, но уж точно не робели. Каждую сборную нужно уважать, каждой сборной нужно готовиться. Я думаю, что мы завтра дадим бой, покажем отличную игру. Завтра все будет видно. Начали финал не слишком резво. Счет открыли только под конец первого периода. Во втором россияне закатили 3 мяча. Третий уже был менее результативным, только 1 гол. А вот четвертая 20-минутка ни для одной из команд не стала плодотворной. Французы на протяжении всего матча не смогли пробить нашу оборону и обыграть опытного вратаря Алексея Семенова. Я так рад, мне так хотелось этот финал на 0 отыграть. Я просто ждал свистка уже финального. И просто считаю, что финал на сухой, на пик карьеры уже можно сказать. Это, я очень рад, честно. Я хочу прыгать. Этот яркий матч стал заключительным в европейской карьере российского мотоболиста Геннадия Мыца. С 1998 года он представлял команду России на первенствах континента, но сейчас принял решение оставить сборную, став 14-кратным чемпионом Европы. 20 лет сборной – это я только могу ребятам пожелать передать эстафету. Я знаю, что команда остается в надежных руках. Ребята, молодежь подросла отлично. Могу пожелать только побед. Подрастает смена. Успешно выступила на турнире юношеская сборная, также став чемпионами Европы, обыграв в финале немецких спортсменов. Видимо, все-таки вот эта преемственность, она остается. И очень здорово, что накануне главного чемпионата Европы этого года наши юноши доказывают, что и они тоже лучшие. А раз у нас есть юноши, значит, это есть будущее этого вида спорта. Сегодня российский мотобол уверенно держит лидерство. Мы вновь победили, и это звание можно будет оспорить лишь в следующем году в Германии, где будет проходить чемпионат уже 2019 года. А пока чемпион Европы – сборная Российской Федерации.